На базаре Енгишехар сахарный песок продают по социальной цене 138 тенге за килограмм. Ажиотажа нет, очереди тоже. Несмотря на это, в одни руки дают только по 10 килограммов. Мы сами получили сахарный песок по 133 тенге. Продаем по 138 тенге. Задание получили от городского акимата мешками не давать. На противоположной стороне торгового ряда сладкий товар отпускают только по 5 килограммов. Продавцы закупают сахар-песок по социальной цене. Здесь же и продают его по 138 тенге за килограмм. Раньше по 115 покупали, сейчас по 134 покупаем. Ну, по 138 продаем. Ну, как сейчас цены нормально, ну, пойдет. Для народа нормально, я думаю так. Ну, пока начало хорошее идет. Ну, потом не знаю, что будет. По поручению стабилизационного фонда сахар по социальной цене должен продаваться и в социальных магазинах. Однако в этом магазине он уже закончился. Его привезут только на днях, уверяет продавец. В магазине по Тимирланскому шоссе сахарный песок тоже отсутствует. Ждут завоза. Нам его дают по 10 мешков, по 15 мешков, по 25 килограмм. Это сахарного центра? Сахарного центра мы получаем его сейчас. Сейчас там цена 146 тенге стала. Вы продаете? Мы продаем 150 тенге. Социальный сахар на базарах продают 130 тенге, 133 тенге, 135 тенге, но нам его не дают, так как мы не территория базара находимся. От повышения цен страдают наиболее уязвимые слои населения. Не успели пенсионеры порадоваться прибавке к пенсии, как цены на продукты первой необходимости тут же выросли. Если сахар был, нам по социальной давали 125, а сейчас уже 138, конечно, повлияло, уже не возьмем. Пенсию повысили, что продукты как оставались с нами, а то пенсию повышают, а и продукты сразу повышают. Жители предполагают, что цены еще будут расти. Теперь все с опаской смотрят на ценники автозаправок. Если еще и цены на бензин поднимутся, тогда обуздать повышение стоимости товара точно будет невероятно сложным, уверены горожане.